пресловуто против Мерседеса. ДТП на улице Комсомольской произошло около 11 часов дня. На оживленной дороге, ведущей в сторону космического микрорайона от автовокзала, столкнулись Мерседес и Славута. По словам очевидцев, водитель иномарки решил повернуть из крайнего правого ряда, а Славута не успела затормозить. В результате въехала в бок Мерседеса. Пострадавших, кроме автомобилей, нет. Правоохранители еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в холодное время года, так как дорожное покрытие становится скользким.